настоящий спорт для мужественных людей. Из него вышло очень много известных спортсменов на всю Россию, на весь мир. Владимир Анатольевич Зборовский – это великий человек, великий тренер, который дал целую плеяду чемпионов. Поэтому очень важно чтить его память. У нас сегодня проходят турниры в его чести. Здорово, что они только развиваются. Все больше участников. Отдельно хотел поблагодарить спортсменов, которые приехали из Республики Казахстан и Таджикистан. Очень здорово, что есть международное участие. Ребята, прошедшие через этот турнир, получили серьезнейшую путевку в жизнь. Стали знаменитейшими спортсменами, которые известны не только в России, но и за рубежом, во всем мире их знают. Потому что это ближе к ММА. Здесь есть и ударная техника, и борьба. И вот, я сегодня подрался 3 боя. В финале, к сожалению, ушиб руки. Но я доказал то, что я могу и выиграть одной рукой. Атмосфера здесь отличная, уровень хороший. Мы всегда стараемся выезжать в Омск, в Россию. В общем, это сплочает Россию и Казахстан. Такие соревнования. Для меня честь выступать на таком турнире в честь тренера моего клуба «Сатурн Профи». Сегодня у меня особенно хорошо получилось. Я пробил серию правой прямой, левой прямой и левой сбоку. И в этот момент я завершил бой нокаутом. Организация, честно говоря, на высшем уровне. Вообще, я первый раз в такой организации выступаю. Очень хорошо. Укрепляет этот турнир дружно между Россией, Омском и Таджикистаном.